третий раз пожар. Жильцы уж к этому привыкли, что ли. Представляешь, я слышу крик такой, так испугалась, выбегаю смотреть. А что же случилось? Ты кричишь. Хорошо, хоть детей не было, да. А что, где горит-то, а? Что, что горит? Утюг у старушки загорелся, вот она испугалась. Привет параллельному классу. Привет. Ты с камерой возишься? Угу. Далеко идешь? Да вот, обратно в школу. Слушай, кинохронику снять хочешь? Конечно, хочу. А что именно? Сбор третьего звена на тему о дружбе. Тю. Да ты зря не тюкай. Ты знаешь, что это за звено? Они как летом разделились на две партии, а до сих пор грызутся. Из-за чего? А этого они сами не помнят. Мы с вожатой Люсей уже три сбора на тему о дружбе проводили. Все равно, как кошки с собаками. Так при чем же тут кинохроника? А вдруг сегодняшний сбор поможет, а не помирится? Вы будете сенсация. Пошли? Да не, мне пленку жалко. Было бы что-нибудь боевое. Ну, как знаешь. Пока. Пока. Ну, так вот, ребята. Ну, все вы, конечно, знаете, что дружба в вашем звене, она еще... Не на высоте. Ну ведь правда же, ребята, она еще не на высоте, да? Ну что же вы молчите? А вот что, ребята, нужно сделать, чтобы поднять дружбу в вашем звене на должную высоту, а? Ну вот, вот как вы думаете, ребята? Кто хочет сказать? Ну хорошо, ребята. Давайте начнем наш сегодняшний сбор с веселой песни о дружбе. Владик, приготовься. Приготовились, ребята? Внимание! И... Начали! Дружно шагает наше звено, с дружбою крепко дружит оно. Дружба поможет учиться и жить. Ну что ж вы, ребята, ну подхватывайте. Вперед, ребята, где много есть у нас. Пускай узнают люди, какой мы дружный класс. Самый дружный в школе класс. Люди вы или свиньи какие-то? Люся, 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 послушай. Мучишься с ними, мучишься. Всяким мероприятием придумываешь, а им все равно, как об стенку гору. Беседы на тему пионерской дружбы я вам провела, провела. Сбор отлично учиться и крепко дружить я вам устроила, устроила. А им хоть бы что, как кошки с собаками, как кошки с собаками. А ну вас. Дура я была, что стала у вас вожатой. Люсь, Люся! Вожатая поет, надрывается. А они молчат, как рыбы. Принципиальность свою показывает. Ну что, довели человека и радуетесь, да? А кто довел? Кто довел-то? Это, во-первых, Зинка в фасоне и воображала. А ты? Ты не воображала. А во-вторых, Оська тайный хулиган. А вообще, ябеда. Что? Я ябеда? Только трое очень здорово! Открой! Ребята! В чем дело? Что здесь происходит? Ничего, Лидия Васильевна.
Мы поем! Поем мы, ребята! Да. Дружно шагает наше звено, дружбою крепко дружит оно, дружба поможет учиться и жить.